Здравствуйте! В эфире программа «Глас народа». Мне не терпится узнать у северян, что они ждут от нового 2016 года. Я хотела, чтобы у нас было прибавление в семье. Так что это будет большая радость для меня. 2016 год. План поменять работу и, соответственно, не знаю, завести кошку. Вот. А больше пока нет никаких планов. Я хочу в 2016 году издать дневники Бориса Шергина. 1941 год, который никогда не издавался. Я очень хочу съездить в 2016 году на теплые моря отдохнуть. Даже не знаю, на самом деле, так-то очень трудно сказать, но, наверное, самый главный план у меня – это не вылететь с универа. А так все. Я бы очень хотела поехать в Париж. Я хотела бы закончить научную работу и, не знаю, чтобы было счастье для меня, моих детей, для всех хороших людей в новом году. У меня в планах на 2016 год работа, работа и работа. Планы какие? Сдать экзамены, например. Я бы хотела в 2016 году закончить курсы дополнительного образования, потому что считаю это необходимым для себя. В 2016 году я хочу пойти в школу, чтобы хорошо учиться. Отличные у меня планы. Жить, наслаждаться жизнью. В отпуск съездить. Вот мои планы, 2016 год. Не знаю даже, вот, девушка. Вот планы. Попасть к вам на свадьбу, пригласите.